Родные Владислава Челоха открыли счет по сбору средств на адвоката. Реквизиты мать выжившего пограничника Светлана Ващенко разместила на своих страницах в социальных сетях. Услуги квалифицированного защитника обойдутся семье Владислава в $2000 в месяц. Высокие гонорары послужил причиной обращения за помощью к людям. Между тем, активные пользователи интернета принялись собирать подписи в защиту парня под виртуальной петицией. Татьяна Ковалева подробнее. Блогеры встали на защиту Владислава Челоха. На международном ресурсе Online Petitions появилось обращение в поддержку пограничника, единственного очевидца трагедии на посту Аркан-Керген. Казахстанцы один за другим подписываются в интернете под петицией. В ней просят расследовать объективно дело об убийстве 14 пограничников и егеря. Виртуальный документ, родившийся как реакция на официальную версию ЧП, к середине дня собрал уже свыше 1500 автографов. Данная петиция в поддержку молодого пограничника, оставшегося в живых после происшествия на погранзаставе Аркан-Керген, Алматинская область, Алакольский район, граница Казахстан-Китай. Владислава Челоха, чтобы его дело, которое находится в данный момент в следствии, было рассмотрено справедливо и беспристрастно. Нужны честные ответы на вопросы о ЧП, из-за которого в стране впервые объявили траур. Иначе среди казахстанцев укрепится недоверие к власти, заявляют интернет-активисты. Но главное, это негативно скажется на отношении будущих призывников к службе. Обращенцы намерены собрать в свои ряды как минимум 1 000 000 граждан. И надеются, что это поможет пограничнику, которого обвиняют в преступлении. То, что все заваливают на Владислава Челоха, это еще раз доказывает, что наша власть, большие чиновники, они не хотят ни за что отвечать, им бы лишь бы найти, грубо говоря, козела отпущения. Виновность Челоха не верит и мать погибшего на посту Аркан-Керген Дениса Рея, призванного в погранслужбу из Павлодарской области. Она до сих пор не знает, когда сможет похоронить сына. Его останки еще не доставили на родину. Женщина рассказала, что следствие или упустило, или скрывает один очень важный момент. На сгоревшем посту Аркан-Керген были собаки, о которых сегодня никто почему-то не упоминает. Вот один нас вопрос мучает. Ладно, лошадей нашли. Но там были, сын мне лично говорил, что там были у них собаки. Опытные собаки. Почему эти собаки нигде не фигурируют? И что эти собаки не могут найти эти тела или что? Вот замкнутый круг вообще, куда делись собаки? Напомним, в конце мая на казахстано-китайской границе сгорел пограничный пост Аркан-Керген. Там находилось 15 военнослужащих, 14 из них и местный лесник были убиты. Единственным выжившим оказался 19-летний Владислав Челох, который, как сообщили в Генеральной прокуратуре, уже дал признательные показания. Теперь Челоху, о виновности которого спорят в интернете и реальной жизни, грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Татьяна Ковалева, Серик Аржаубаев, Аскар Газизов, Рустам Сырымов из Алматы и Павлодара, Казахстан.